Хорошо. Опять проверка. Да, 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 да. Все. Не надо, не погромче, не тише микрофон, не надо делать. Нормально. Понял, остановить. Не-не-не, наоборот, остановите. Все. Меньше. Проверка. Что, какая? Прогрузка. В смысле, как прогрузка? Да. А, escape, есть настройки, и там посмотри, там написано. Короче, я предлагаю взять мины, я, наверное, это сделаю, подъеду, сейчас поднимусь на перевал, и там заминирую все. Да-да-да, рассасываемся. Там на ДВшке, кто с ДВшкой, передайте, что я ее доминировать перевал. Азарт, ты куда ешь? Что? Еще раз. Я пока не смогу ни на что ответить, на шум от УАЗика, поэтому я ничего не смогу минирую.
Минируй, минируй. Наверное, да, не сработает. Все, отметим. Возвращаемся. Нас убить, нас всех убить в красном кругу на домик. А то есть если в одну прямую улице останутся, то они не выиграют. Да. Вертолет. Я его загоню сейчас в гараж, если что, будем выгонять его и стрелять. Тут что-то слышно летит. Да. Да, вертолет. Да. БМП, блин. А, там я на карте поотметил мины на перевале. Метки посмотрите, туда не катайтесь. Как это? Все, ушел к себе.
Это я. А, ну я возле гаража. Ну мне заняться больше нечем, я искать. Метку на себя поставь. Вверх сейчас будет стрелять, прячется. Да он ним нечем, у него полки только. Там сильно на крыше не маячить, у них типа как же есть. Гранатометы по все взяли. Где они? Ну где они? Они сейчас слышно. Там в сером ящике, здорово. Сейчас пробегу. Бегу север. Дополнительный канал стоит, правильно? Да. Нам бы, кстати, в ущелье в этом особо прорисовка не нужна, можно уменьшить. Настройка. Да. Меня слышно? Да. Телефон на связи. Да-да, я... мне туда зайти надо было срочно. И меточки на себя поставьте, а то... Вижу тебя. Вертушка на север ушла в море. Опять летит. У нас уже... Не поймай, не знаешь? Вроде нет. Какая... Огонь свободный? А там... Да. А враг от нас далеко вообще респаунится или нет? У тебя там что, ГПП? В Аганге. Да. А, понятно. Там метку на лавку даже. Сел на воде. А следить кто будет? Так, да, чё, а чё следить? Проверь. Правильно, пускай будет. За кем тут следить? Да, вижу. Что, они ещё далеко. С этого... с Мортера Дэйла. Со старта времени пошло всего лишь, что там, 15 минут. Да, скорее всего оттуда. В принципе, он не вообще спуститься куда-то в группу самого части метки там. Да, сейчас там тут десант появляется, да, резко. Да. Пустую метку дал. Она от Исвады, Виктория, по острову. И там засесть, и ждать, пока не проеду. Потом спинок. Ага, я понял. Ну, ты имеешь в виду на базу, да? Просто я боюсь, что если они высадят там джавелинчиков, что он нас палит, потому что прорисовка большая. А, ну это да. Как вариант, можно просто встать на этой базе. Я сейчас отойду по бурму. Я буду посмотреть.
Если будет выкатываться, тогда уже сманеврируем. Сейчас не понял, насколько этот дуло опускается, сейчас не верю. И отлетает всякое. Я так думаю, он постепенно, наверное, это, десант высаживает. Куда? Ну, я думаю, на востоке. Выстрел. А район? А куда он, в каком направлении летает вертолет вообще? Просто рассматривает. Слушай, может махнемся от калашка? Ты хочешь ПКМ мне отдать? Да. Я с него не очень постреляю. Калашка не имеет. Подушай как-то. Сбежай. Ты гранату свои забери. Чё, тебе не надо? Гранату забери. Ладно. Это мало ли. Я вообще тебе давал. А у меня есть. А, ну ладно. Просто вот калаш как-то покосили, смотришь. Да, он более громоздкий. Что-то взорвал. Летит? Да. Пуск какой-то. Пуск. Это кто, скорее всего. Это по ПТРК нашему. БМП живы? Это со стороны моря. Ага. А Хаттаб живу? Не знаю. Ну ты же рядом с ним. Но он на горе. И связи нет? Ну нет, я его не слышал, нет. Сейчас поднимусь. Он без сознания, скорее всего. Азарт на связь? Азарт, прием. А по ДВ есть связь с дугой? Только завис. Кстати, можем ее сбить направо. Короче, ориентир для тебя азик. Вот перед нами. Стоп. Прямо на нас летит. Вижу. 97. Вижу. Да, да, да. Это наши работают. По лавке работают, они лавку видят. Сейчас
ничего не вижу. Пуск с чего был? Джавелина. Ну, так у них больше нет ничего такого сильного. А в пехоту увидишь. Пять по точке хатабы стреляют. Для откуда примерно? Наверное, с метки лавка. Наверное, тут. Что ли, разрыв? Там меток никаких не появилось. Вроде нет пока. А, вот, смотри, два пеха стоит метка. Как раз вот куда тебе надо смотреть. Азимут 147 между вот этими двумя холмами. Ну, с восточной стороны холма они не спустятся. Там крутое в это... Скалы крутые. Хотелось бы верить. Там с калаша, походу, стрелял. Ага. Нет, там за командирчик должен был высунуться. И... Так что у меня закрылся. Ходи. Сейчас сиди. Он падает, походу, что-то он резко снижает. Да, лагаю. А, движение. Вижу, азимут сейчас. Азимут 270. На горе. Ты свои. В камнях? А, да-да-да. По горе идет, да? Да. Угу. А бинокль есть у кого? Нет. Только у командира есть. Это каркариш, может быть? Нет, я в кустах сижу. А, над хаттаб, наверное, это скорее всего. Не, ну там нет это вообще нет, 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 никого. Я туда заезжать. Сейчас свяжемся. В принципе, вот это угол, как нам сейчас едем, можно будет посмотреть на этих пехов. Там на метке смотрю, они типа вниз ушли. Поставили стрелку. А хатап в этом, в группе дугу?
Прием. А кто-нибудь из наших по горе сейчас в гору влезет к дуге? Смотри, я сейчас буду проезжать азимут 260 в зеленку. Там пустые такие. Куда встанем? Зелёт справа. Прием. Да, хрень. Я не думаю, что она нас наведет. На нас наведет. Смотри, перед нами пустые, я сейчас туда встану. Маш, слышишь? Смотрю. Чё-чё? Удачи. Они с моря пойдут или они по берегу прошли? Ну смотри, стрелку нарисовали, как они начали спускаться. Подъехал. Что? Видишь меня? Куда работать? Короче, я у берега сейчас, у крайних деревьев, вот где заводь. Ну. Кто мне там говорит? Да, 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 да. Аркадий, я на твоей метке примерно. Ну ты далеко упылил куда-то. Здесь пехота, что ли? Граната, что ли, разорвал? Че у вас там взрывается? Не знаю. А что я здесь делаю, скажи мне? Меня тут поставили на... там, где я 16 лет. Туда вниз спускаюсь, короче. Трубу просрать.
какие-то звуки слышал. Как ходит. Угу. Посмотри, может это даже возможно, может. Аркадий? Да, да, да. Чё я здесь делаю? Зачем я здесь? На мою метку, говорю, езжай, ты далеко уехал. Если я замолчу, то сдвиги делайте, короче. Ты кричи под огнём. Что мы будем здесь делать? Ну, он сейчас едет на край. Ну, если это что, ты стрелок, а я ПКМ еще. Я не держу связь. Скорее всего, через лес, через высоту 60, где-то вот так вот, примерно. Но они, по-моему, уже через Каркарыча прошли, насколько я понял. Каркарыч, живы? Да, я живу. Чё там у тебя вообще? Да, есть лыжник? МКМ-ка стреляет. Понял. Может, повыше уводить только? Чтоб вот стрелять было, короче. Вот этот холм, который... Сейчас, на 100 и... берег. Угу. Сейчас найду место. А, выше, выше кроны мешают. Высоту на 100. Надо искать такую дырку здесь. Отсюда предлагаешь? Ну, тут прямо открыто. Лучше в кустах пока оставить. Короче, Аркадий, я тебе оставляю ДШК, я возвращаюсь, там людей мало, наверное, в зоне у нас будет. Ладно, понял. Справишься? Или тебе поддержка все равно нужна? Ну ладно, я отступлю, попробуем отступить, если что. А пока останусь здесь тогда. Пуск. Лавку выбили наш. А, ну вот он. Выбили лавку. Короче, со своей точки ушел. Так что продвигаюсь по лесу. Лавку выбили, да? Вероятно. Ты с ПТРК не связываешь? Че? С ПТРК не связываешь? Нет. Могу попробовать. Так, отойди, я перестану.
Давай. Туры, прием. Так, ты живой, мне нужна помощь медикам. Мы все живы, короче, тут троих, четырех убили. Ага. А вы где находитесь? Метка СБ синяя. Офигеть. Ну как-то туда добраться не получится, но своим ходом. У нас это Шимшик. Санька есть. Не ладно. Берите, там пехота. А, там пехота уже. Вражеская. У нашей Шимшиги. Ну да, в том районе, где стоит. Понял. У меня снайперка. А, ну у вас все нормально, понял. Ухожу к себе. Хорошо. У туристов все хорошо, они метку на себя поставили. Метку. Где? У нас контакт. У меня кусты там, не вижу ничего. Метку дам. Снайпер был. Так, у меня возвращаюсь на свою точку. Чё за стрельба? Кто стреляет на базе? Это я вывел пехоту с трубой. Американцы. Понял. Видимо, да. БФТК, читер. Здравствуйте. Что, БФТК? Паш, где твой куст? Только что в кусте лежал. Чё, кто? Что? У тебя куст исчез. Я, короче, репита забанил. Ты уже второй раз был. Он в моем отделении. Раз, в котором мы должны были двигаться. Во-вторых, ушел с КВ и гулял просто рандомно. Это второй раз уже, не первый раз. Понятно. А он же вообще за нас был? Нет, не за вас. Нет, за он нас. Был за нас, и ты, Паша, ты ушел от нас. К ним. Угу. Чё там бэха читерная, что там? Мне не нравится. Давайте, блин, контур очевидно. А чем по мне выстрелили из РПГ? Да. Почему на лавке нет? Не, они дикие, что ли? Они все, Паш, через нас пошли. Я хотя понял уже. Паш, там по крабу с метиса фиганули, начнем с этого. Ну как? Подождите, у вас... Подождите, у вас на стороне была Java, которая по нам промахнулась. Как она вообще промахнулась? Как? Сманеврировали как. И что, они же вели, он сверху летит. Да, это не панацея. Это типа шевели новейшее оружие, самое точнейшее, это копа так и... Ты же говорил, так и будет. Краб умер, да я её... Не знаю, сыграли. Я просто знаю, как краб стреляет с Java, поэтому я смог сманеврировать. Бонзай, стрелять. Прицелился и выстрелил. Оно само летит. Нет. Да. Че, бонзай? Да, бонзай с посылочкой всех перебил. Одного человека, смотри, человеку говорю, подвис с ним подъем, берет под винты, становится, умирает вообще идеально. Я кого-то убил, кто это был? Никого не убил. Это был кто-то. В смысле, это была ёлка. Нет, я типа зайчик. Чувак был. Зайчик точно. Я в него, не знаю, раз 10 попал. Я такой радостный был. Потом он проснулся, а я в него еще 10 попал раз. А меня что-то полетает, там Демьян. О, смотри, сейчас Гонза. Что Демья там делает вообще? Пятноги сейчас сломает. С метисом. Я буду рад. Такой кидало.
А может сейчас затащит? Может, блин, не ругайтесь, он сейчас вообще сюда затащит миссию. БЕ все живы. Что? Аздоник не БЕ? Слушайте, а у вас БЕ, у вас на лавке не тот же самый экипаж, что вчера на Воге был? Нет. А, ну ладно. А чё? Я просто поведение сказал, что... Ну, одну третью. Я сказал, что экипаж там не очень, поэтому их сейчас выбьем. Если бы... Подожди, а у вас степлак на сколько бил? Вы на горе видели? 2 километра. Да, все видно было. Так, ну, шкуры, скорее всего, сейчас сольют. Задний ход вообще... Знаешь, это сложно стрелять с лавки на 2 километра. Да, там прицел. Это убивает. Вот вы-то легко нас прицел, там вообще-то можно по тапу. О, репит рандомился, кстати. Да? Ислам. Подождите, у вас... Репит. Сколько можно ждать? Ты сдох? Сдох. Подождите. Ёлки-палки. Ты второй раз уже себя так ведешь. Ты уходишь от отделения и рандомишь. А, чёрт. Ты, пожалуйста, на первый или второй паблик гони, окей? Нафиг сюда больше поиграть. Ну, блин, они бегали втроем, около меня, сука. Я лежу мертвый, но почему меня нельзя поднять? Потому что ты не человек. Я беру оружие, микрофон, подними. Иванчик, что случилось? Почему? А, у меня Иванчик минус 16, я думаю, чего такого? 16. Иванчик, они боятся, что сейчас прибегут к тебе и тебя. Кто сидел на УАЗе? Тебя палят и всех. Каком УАЗе? Сейчас узор. Который я взорвал. Кого там взорвал? Аркадий был. Я вижу, слева бегает. И УАЗик стоит, стреляет по нашему. Стреляю в УАЗик, этот сел на себя по мне стреляет. Его убивают, я лежу, это я жду, был. Пока меня поднимут. Картушка упала. Это я был. Не упала. Нет, не упала. Картушка, молодец, я говорю. Чё, Аляска, 600 часов налёта. На втором чувак базе. Спалил. Вот, да. А кого спалил? Чувак спалился. Махно даже убил там кого-то. Сидел. Аляска, всё я... чётко. Зерк спалился. Да. Спалился? Да, он спалил по вертушке. А он что, бункер не хочет уйти? Там безопасно? Для слабаков бункер. Для кого он спалился? Ну, как сказать, тут бронекусты и бункер, я выберу бронекусты. А бункер неразрушаемый вообще. Ему надо залезть на башню эту и сидеть сверху. Что за кусты? Камни или что-то за сумму? Каркарыч, о, смотри. Он прям на них бежит, ё-моё, он безумный, что ли? Ужаленный, он ужаленный. Прямо на подстилок бежит. Не увидел, смотри. Сейчас минус 5 сделал, смотри. Вертолет, минус 5. Башку прям на это. Убежал. Башку попал. Давайте, грохать. Скилл БЕ. А после холостые патроны нам давали. Че, БЕ выбили бы, в отличие от некоторых храмов. Ты издеваешься? Я все правильно сделал, это все ваша арма. Как бы МП сожгли? В упор кто-то там с метров с 50. Понятно. УАЗик со 150. Тут железные нервы у него, слушайте, вообще. Тут в этом сетапе лавка против БМП, бессмысленно играть на лавке. Что БМП выезжает, у тебя с конкурса фокусит и все. Ну, а на лице налутался, я... Смотрите, у вас был... Ждем. 2 километра дистанция. Ну, а что мешало взять Джаву? И лавку и отправить на одном направлении. Ну, смотри, Джавелин это скосил. Да невозможно. Нет. Как он может скосить? Как? Так. Нереально. 100% шанс. Вы тактику не понимаете. Лавка это приманка. Джавелин это вот то, что как раз и сжигает. Ну чё-то как-то не получилось. Причем? Чё за гранаты? ПСБ. По-моему, они сами себя гранаты. А как я его не понял, не ранил? Я ему прям в голову упал. Да, мы видели. Ничего, российский шлем. Защищает от выстрелов. Да какой нахуй российский, я ему в лицо попал. Всё, атака БЕ захлебнулась. У него просто золотые зубы. Да вы посмотрите на лицо, у него закрытые глаза, он вообще ничего не видит. Они в пятером дома человека не могут убить. Прасти, визор там, элита. Кто в МП был? Блять, никто. Сколько у него гранат? Простите, он уже какие кидает. Он уже на дым перешел. Дюп по время. Сейчас происходит. Происуха.
Прайс, Прайс Рэм проснулся, ясно. Поздоровник. Что, Прайс? Прайс Рэм проснулся, шел здесь пулемет стрелял. Что, никто командир боя? И умер? Нет, он пока еще живой, я не могу. Вот так. Пошло. Кто командир БЕ, это Кодвус? Давно Кодвус был командир БЕ? Ну, он был командиром отряда у нас сейчас. Вообще БЕ. В БЕ? Что, БЕ это... демократическое общество. Да. Ну, я вижу полевой командир раздуни. Полевой командир. Смотри, слева от Прайса идет. Смотри, спускается. Лол. Ножки сломают сейчас. Это кто там такой дикий? АВ. Что он делает? Он спустился. А, ну, уже двоих убил, убил, что ли? Да они сами себя убивают. Там тимкил. А. БЕшники. О, Прайс идет раз. Ну, сиди, кидай гранаты. Прайс. Нет, ГПшки кидает хаттап. Че, кого больше, как вы думаете? О, Прайс отдачу. О, хороший. Не увидел. Сказал, не подкачает. Все, зону взял. Все, зону взял. Зону заводи. Заебись ты. Ой, Паша друг новый. Робот. Да, да. Все поверху, я тебя потом бью. Фанат. Че он делает? Эти программы голоса от Белкина. Белка там все голос делал, типа там взрослого Паши, чтоб током бил. Что сейчас будет на станции хреново. А где твоя атака на дугу? Что, вы убивали? Где ты слился, скажи мне, пожалуйста, где ты? Сколько Василий? Порешил. Сколько вас у нас, давайте. А там сколько? 5 нас было? Да, да, все. Сколько вас? 5 тоже? Я хоть кого-то... Люди вагали. Еще и вертушки, пешком все это шли. Я на антеннах, там ГПХами хоть кого-то забрал, нет? Свои? Троих! Вот это вот читы. И при этом он зуб там. Почтерить ГП. Друг друга убили гранатами. Короче. А то, она... вы меня на пригорке это вели? Это не важно. Задача выполнена. Тимкел, ясно. Ненамеренный. А на конкурсе разве ну, типок есть? Боец задачу выполнил. На конкурсе сыр. Да, на конкурсе есть типок. Сейчас гон засмотрел просто. Кто на турет катает? Ой, как он идет опасно, сейчас будет мертвый гонза. Поехали! Поехали! Да. Покатился. А, живой еще. Он будет так весь. Долго он не протянет. Почти 90 градусов. Ну, вообще. Сейчас вон он поедет за ним. Я уже наблюдал гонза в таком же положении на этом же острове. Кабан и гонза. Как кабанчик сверху. Что там произошло? Может он жив? Дай кого русского убил. Ха-ха-ха. Вон, тоже хочешь проехать? Вон, тоже хочешь покататься. На Каркара, чуть-чуть чекните. Каркарач мёртв. Нет, у что? Каркарач. Он сейчас покачался. Каркарач сейчас вырезать. Давай, скилл включил сейчас, он сейчас. А скажите мне, кто автор миссии? Прайс. Ворон никого не видит. Ворон, боже. Ворон? Нет. Аляска, врежься в эти дверь. Да. Ты пошел? Да. А чё ты мне там к седьмому РПГ не дал? Ой, я знаю, как они близко ходят. Ну надо? Прайс что-то знает. Ну вообще да. Прайс, да, ладно, будем. Взрывает. Клачик. Каркарыч тоже. Красавец, красавец. Тут в данной миске, Паша, кумулятивки ничего не решают. Тут будут решать осколочные к РПГ, потому что лавка и АГС еще дать далеко решать далее. А АГС танк. Танк Т-80. Как они разминулись-то. Угу. Вертолет сидишь. Что скажет? Учу. Слушайте, прям почую. Звонили, скайп. Я ему спидер скайп написал. Два читака встретились. Бройся. Да, я реально не поспеваю. Серьезно. Посмотрел, смотрел право, там опа резко. Сразу лутать. Я сразу такой это стал проверил. Пулемет он. Но он лежал в бункере, когда Прайс убили, он стал. Он как в гангейме. Сначала с калашом, потом с эмкой, сейчас пулемет заработал. Ребят, давайте следующую миску Вовкой. Почему в КС-ке? С Вовкой? Путиным, что ли, который?
неплохо. А что там следующая миссия будет? Воздух вертолет, да? Как так вдруг Карыч такой раз обратно? Да не пуслили. КБХ. Не, реально, кто-то сливает. Вот, не хрена же. Кто еще сливает? Вот смотри, вот он не знает, кто в пункте сидит, но он посмотрит. Видишь? Ещё в окно прям смотри, прям в тот пиксель смотрит. Всё, стреляй. На пиксель, на пиксель навели. Сейчас смотри. Дуэль. Через стену наводится. Не, смотри, дрон зарабатывал. Ты охренел, что ли? Через стену, прям через мешки целился он. Реально, стрелы. Читы. Паш, что Паш там сюда 270 рублей вместе. Включайте панкбасит. Да. Им надо два триггера отдать, чтобы победить. Ой-ой-ой. Вообще прям окошко надо закрыть. Кто там ебал? Офигеть. Снайпер какой-то. Смотри, как Аляска, смотри, чего Аляска. Гренадер. Ответка. Аляска пошел в раш. Три, уранили. Три, еще обратно. Это перестрелочка. Каркарач уже идет. Не кажется, у каждого по 5. А зоны же не перехватывают. Аляска что, раненый в него в вертолет туда попал? Он вообще кричит. Да, Аляска раненый. А, сколько у Карача уже какие полиции? Замечательные звуки. Вот честно, не знаю, как вы не сбили. Что-то... Ребят, ребят, вот этот Литлберг может было сбить. My arm. Откуда взяли звук, интересно? Там еще говорит my arm. Я видел видео, где такие звуки были, могу скинуть. Как кот мяукается. Там вот фисинг, короче, занимались. Гонзо опять вырубился. Бедняк. Да он не, при, не прибьет себя. Он дальше, а, он дальше уже прокатился. Смотри, АВ Каркарыч. АВ Каркарыч. А, он дальше? Битва века. Часто. Битва века. Ой, сейчас, сейчас будет встреча. О, ворон спустился. Что-то знает, что-то знает АВ. Что-то знает. Что-то видел, сквозь стену видится. АВ, ну зря ты так. Не, не. Сейчас, может, Аляска там еще подойдет. Аляска? Аляска спинает так, что... Аляска Каркарыч сейчас лечет. По кругу там Аляску. Сейчас смотри, АВ исполнит или кто? Ну, спитера по кругу. А с Донь, как умри своих боечников, они плохие вещи говорят. О, смотрите, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Его палец это, конечно. Да. По-жесткому. Вот это лаки просто. Кажется, просто читы сейчас по-быстрому отключил. Только невидимо включил, и все. Она что-то так часто еще. Да-да. Просто переигрывает, мне кажется. О, смотри, Аляску запалили. Да-да, смотри, еще куешит его. Ну, понялись. Ну, Карыч, конечно, уже это все. А В, куда смотришь? А В не туда, назад. А В направо. Звоните Скай. Пив, срочно, срочно, да, Скай. Что это такое, блин? Алло, В, направо повернись. Давай, Аляска. Размен трона. Аляска. Тебе смотри. Аляска. Ой-о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 й-
А чё, Карыч не слышит, как он орёт? Ну, Аляска, ну! Жесть! Аляска! Ну, ёбаный! Сейчас со мной залезем. Мда! Увидел же! Ой, женщина оружие дал. Что это было? Какая жесть. Кто этой женщине оружие дал? Стрелять же не умеет. Там на базе уже выиграют или не выиграют? Не, нормально, Ляска, зато спотил хорошо. Че это такое ворона? С тонами? Надо было сделать, чтобы летал. Один каскальчик. Че это такое ворона в руках, старше мне сказать? Не, когда летал вообще красава, помог. Страшная вещь. Что это? Прицел, да. Это фотоаппарат, да? Который сейчас старый еще. Это серок. Капитан остался, да, в зоне? Угу. Красиво ли? Айфон 6 новый. Один, смотри, один с трубой такой, самый. А кто это? Это тёлка какая-то кричала рядом. Я наукаря вообще в тему. Он возбудился еще, думал убивать нет. Решил не палиться. Потом еще как сказал, я горел по... О, что тут Никсел ухол. А, вы справились? Слушайте, а почему мы не выигрываем? А, это, сметану убивают? Да. Если сметану убьют, мы победили, да? Да. Осталось только убить сметану.
Все-таки мы... скайпики спайк. Так, скайпики красные скайпики. Зоны, кому зоны. Писать, кому все, кому звоню, писать, звоню, нужно. Звоню в скайп. Чем красные зоны, а зоне ты же за атаку не забыл? Ну, это я говорю, красные. Друзья, если пишу ему. Вот он, кто-то стрелял с чего-то. Кто-то улетел. У меня... Фига, он улетел. Чё за бред? О, лол, Ой, последняя надежда. Позвонили, позвонили, видели как? Вот угу. Форту позвонили. Декфор, последняя надежда нашей команды. Да. Чё-то не, ну, в этом начали. Это чумазики из ПСО сейчас будет. Должен вытащить. А вы чё-то на месте? Диксо ещё живой. Лол. Вы недооцениваете анимацию, ой, не анимацию, скины. А Карыч, опять Малька добанит. Успокойся, Малька добанит. Ой, Карыч, блин, а как Виксал еще жив? Что за бред? Клиент пульт 15 питал. Да просто ты банился. Ой, зря он так, ой, зря он так. Вахан вы не... Куда он ты... ее закинул? Да ладно. Че, у ворона шуток? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, обидос. Тихо. Нет! Ой, блядь! С металлом? Да, нет, нет, нет. ГГ, короче. Было бы, Декфора. Шабичи, да. Вот, а с кем я играл? О. С кем я играл? Со сметаной. С аутистами, я не знаю. Со стрельщиками. Да. Давай, Бонзо, еще что-то вымойся. Декфор, Декфор. Да, блин! Кто кому, кто стрелял с этого сметиса? Кто там, давайте. Бонзо. А В последняя надежда. Команда. А В последняя надежда? А В давай, или давай, Бонзо, падай. Давай, давай, падай. Гонза поехал. А да, покатил. А вы поехал с Гохи, когда еще катался. Давай не успеет добежать до зоны второй, которую захватить надо. Тупо по времени. Гонза. Поехал. Ой, хорошо идет. Хорошо идет очень. Нет, все, он уже... Ноги просто, за него говорят все. Да. Чё за анимация ног? Это страшно, реально с ним. Главы, кстати, вертушка есть, она не выйдет. Конечно, ниже у него ноги удлиняются. Нормально так прогуливается. Удлиняются, да. А он сможет главы приземлить на бункер сверху вертолет центрат? Тенты не взорвется? 600 часов налета, ты че? Проверяли, взорвется. Иванчик. Ладно. Не, если он не сможет захватить, потому что он не знает, а, где он находится, б, сколько там народу, и с, выдержит. Да, все, он уже знает, это уже написали уже, слушай. Ты говоришь, что такое вещь. Декфор, Декфор. Не смог. Да. Ты мог выиграть эту игровость. А вы нету в скайпе. Знаешь как? Да, я знаю, я у них рацию забрал, я знал, где они. Когда я из-за бункера начал выглядывать, ровно в этот момент сметана зашел за угол. А вы есть в стиме. Он как раз повернулся спиной к тебе, вот. Кого убить и выиграть. Да, если бы ты был 3 секунды.